камеры наблюдения Hikvision DS2CD2463G0IW. Пишется звуком в три потока. IP-камера поставляется в фирменной коробке. Внутри вложена камера и опора в разобранном виде, плюс набор монтажных дюбелей и краткая инструкция. Камера видеонаблюдения от Hikvision относится к наиболее компактному сегменту решений для использования внутри помещений. При этом данная модель рассчитана на работу в диапазоне температур от минус 10 до плюс 40 градусов по Цельсию. Корпус камеры выполнен из пластика аккуратной формы с характерным оформлением лицевой поверхности. Все внимание привлекает массивный объектив с фокусным расстоянием 2,8 мм, окруженный массивом инфракрасных ламп EXR-подсветки. Под объективом вынесен датчик распознавания движения. Из программных фишек поддерживается фирменный алгоритм распознавания человеческих лиц в кадре, а для удобства обратной связи камера оснащена динамиком и микрофоном. Все разъемы подключения и металлическое гнездо под штатив размещены на тыльной стороне корпуса. Для питания можно применять классический DIN по 12 вольт на 1 ампер. А также Ethernet. Сетевой вход поддерживает ПОЕ питание. Для монтажа на рабочую поверхность можно использовать комплектную опору с подставкой, подвесить ее через комплектную подвесную опору к стене, либо использовать любую штативную головку. Hikvision DS2CD2463G0IW поддерживает NAS-системы вместо регистраторов и отвечает стандартам ONFIF и ISOP. Также камера поддерживает беспроводное подключение к сети через Wi-Fi. Благодаря удобным встроенным средствам настройки можно выстраивать реагирование звуковым сигналом на движение в кадре и установить автономно. А еще камера оснащена слотом под карты памяти microSD. Хорошее качество видеосъемки гарантирует 6-мегапиксельная матрица, способная писать основным потоком видео в разрешении 3 на 2000 пикселей с частотой 20 кадров в секунду. Даже третий поток можно фиксировать в HD разрешении. Поддерживается расширенный диапазон и автоматическая смена режимов. Дальность ночной съемки до 10 метров.